Армения. Довольно маленькая страна, но она богата талантливыми людьми, особенно в музыкальной индустрии. Сегодня мы представим вам одного из самых выдающихся представителей армянского шоу-бизнеса – Сильву Акопян. Согласно рейтингу BBC, Сильва Акопян была названа одним из 6 лучших молодых исполнителей в мире. Ее песни завоевали награды и призы во многих известных музыкальных конкурсах. Смотрите это видео до конца и узнайте, кого Сильва считает лучшим продюсером в мире. Сильва Акопян – любимая и довольно популярная армянская певица, которая славится своими песнями, включая «Нора Харсик», которые наполнены армянским духом и изюминкой. У нее очень неповторимый стиль, и она считается возлюбленной армянской индустрии поп-музыки. Родилась 23 октября 1988 года в городе Вайк. Верите или нет, но Сильва Акопян начала петь с 4-летнего возраста. Она выступала в различных благотворительных концертах с 7 лет. Сильва выступала в таких местах, как детский приют «Затик», больница Красного Креста. Она также представляла некоторые из самых популярных песен для армии. Окончив школу в Ереване, Сильва поступила в Ереванский государственный колледж современного оркестра и джазовой музыки. Сильва Акопян вошла в армянский шоу-бизнес в 2006 году и подхватила его своей хитовой песней «Ночь» на армянском языке «Гишере». Эта песня дала ей широкую популярность и была признана одним из самых больших хитов года. Стоит отметить, что члены семьи Сильвы Акопян очень близки к искусству и музыке. Это может показаться немного странным, но продюсер Сильвы – ее отец Акоп Акопян. Ее отец сопровождает ее всюду, куда она идет. Это может быть интервью, концерт, событие, что угодно. Музыканты иногда делают дружественные шутки о том, что ее отец все время был вокруг. Кроме того, инструментарий большинства ее песен сделан ее братом Эдгаром Акопяном. Композитором большинства любимых песен Сильвы Акопян является ее сестра Мане Акопян. Если вы взглянете на ее карьерный путь, вы увидите, что ее стиль постоянно трансформируется. Теперь вы можете видеть ее в более веселых и ярких цветах, сумасшедшей одежде и оригинальной прическе. У нее много поклонников, которые следуют за ней в Instagram. Каждый год она выпускает по крайней мере одно новое музыкальное видео для своей аудитории и даже успевает управлять организацией концертного тура в Армении и за ее пределами. Еще к одному интересному факту можно отнести то, что довольно известная певица Кристина Си спела песню Сильвии. Как вы думаете, чье исполнение лучше и какая именно песня была исполнена? Свои предложения и ответы пишите в комментарии под этим видео. Из личной жизни известно довольно мало. По некоторым данным, известно, что в 2016 году 28-летняя певица вышла замуж за своего одноклассника Нурайра Манукяна. На этом у нас все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи. Пока. Kes kasem, onda tar kasem, sirup me.